Беларусь и Узбекистан наверстывают накопленное годами отставание в торгово-экономических отношениях. Об этом сегодня заявил президент на встрече с послом этого среднеазиатского государства. Дипломат работает в Минске относительно недавно, с весны тогда же открылось посольство. Однако даже этого времени хватило, чтобы партнеры подтвердили серьезность намерений. Со смены руководства Узбекистана 2 года назад Минск и Ташкент открыли новую страницу двусторонних отношений. Товарооборот не первый год демонстрирует завидный рост. За 9 месяцев 2018 партнеры наторговали на 120 миллионов долларов. Увеличение составило 47%. Мы утвердили недавно дорожную карту, то есть план нашей деятельности на перспективу. Премьер-министры подписали этот план. Я хочу вам сказать, это главное, прошу передайте Шавкату Мирамоновичу, что я строго буду контролировать исполнение этого плана, и мы привержены полной реализации этого плана. Естественно, Шавката Мирамоновича мы ждем в Минске в любое удобное для него время. Вам окажем всяческую поддержку здесь для того, чтобы организовать этот визит. Мы его будем встречать как нашего не просто друга, это наш брат, это очень любящий Беларусь человек. Это меня всегда подкупает, и он действительно искренне относится к Беларуси, потому что он хорошо знает нашу страну. Мы для вас будем всегда надежным партнером, и закрытых тем для сотрудничества нет, и многое уже начали делать, и многое еще сделаем. Александр Лукашенко удовлетворен темпами развития отношений, а по заверению посла, стороны уже начали движение по той самой дорожной карте.